9 новых единиц спецтехники сегодня передали сотрудникам противопожарной службы Тюменской области. Это несколько «Уралов», «КамАЗ» с автолестницей и два «Соболя». Кроме того, спасателям вручили ведомственные, федеральные и региональные награды. Пожароопасный сезон в этом году выдался непростым, особенно весенний период. Пожарные региональные службы ежедневно боролись со стихией. Первые трое суток вообще просто даже никто не менялся, все там находились. Ну, у нас выходило одновременно два караула, основной боевой караул и резервный караул. Как вот вы представляете, в своем населенном пункте человек пойдет домой, тем более пожарный, отдыхать, он в любом случае пойдет работать. Противопожарная служба Тюменской области создана по поручению губернатора Александра Мора в 2021 году. Сейчас она объединяет 64 пожарных поста по всему региону, но в ближайшем будущем спасателей станет еще больше. Мы с 1 января создаем отряд государственной противопожарной службы номер 3. Он будет базироваться в городе Заволковске. И начнем поэтапный, то есть следующий этап развития, принимать отдельные посты уже Заволковского городского округа, Упоровского района, Галышмановского, Юргинского,